Так, всех приветствую на матче финалов. К сожалению, первый матч финала мы успешно проспали. Да, точнее, успешно я проспал, но неважно. Всем привет. Да. Всем поздоровайтесь. Со мной сегодня Лера Фит, АК Орелочка. Это я. Это она, да. Еще Хикори. Хикори? Хикори тут. И Барни, тот самый легендарный. Молчать буду еще. Меня горло болит. Я тоже. Ну и... Так, у нас сейчас играют Nana Spain Remains против Крипов. Давайте представлю вам участников. Это Джашейд, Серикер и Витя 490 анбордит за Nana Spain Remain. А за крипов играют Розак, Норман Зерга, Нильяс и Кроу. Кобра. ТФ. Так. Какие Pain Remain? А кто? Нанос. Pain Remains. Капитан команды не верит в свою же команду. No way. У нас сейчас, по идее, должны сыграться вармапы. Да, уже... Требую шишки. Начались уже вармапы. Первые. Четыре против Розака, а Розак сейчас в соло четырех. Тут да их. Привет, покемоне. Ну, какой-то лютейший вармап, по ощущениям. Ну, судя по диалогу в чате, Джашейд вчера провел увлекательный вечер. Мне почему-то Розак не прогрузился. Панику нажми, у меня он вроде работает. Не шишки, блин. Рил, где шишки? У нас один раз на вармапе сыграли шишки, и то люди забыли ноуфейл поставить. К сожалению. Немного не повезло, не увидели мы 4 минуты шишек. Там максимум 2 услышали. Не, покемоне, это не работает сейчас, так что не пытайся даже. Есть вармап лютый, конечно. Ну, а раскликаться, а разоимиться, размять ручки. Что-то долгая карта какая. Все, баллы возвращены. Кстати, по прогнозам равно. 50 на 50 разделились зрители.
Да, какие репои? Да, сейчас сворачиваемся, короче. Останавливаем полностью турнир. Оцениваю профиль, оцениваю реплей. Let's go. Вы гады, я сейчас отключу награду. Ну чё, сейчас все равно варма выйду. А да, я сейчас просто баллы буду забирать у них, просто буду делать как выполненные все. Да, если вы продолжите, я вам вот сейчас то, что вы накидали, я не буду возвращать баллы и не буду ничего смотреть. О, ну все, минус баллы. Так а зачем их возвращать? Ну просто на потом, типа. Нет, я принципиально не буду смотреть, вы что вы хотите. Вы что, вы тролли, вонючие. Ну ты злой какой-то вообще. Не смешно этот человек. Я вообще. Я ЧСВ. Я в шоке просто. Я ЧСВ. Все, короче. Так, а послушайте, там по балансу звука нормально все? Ну так. Так, давайте по очереди говорите. Лера? Алло. Играющий лебедь. Да не, просто, блин, стрим включилась, чтобы послушать. Я ждала, пока Рома на стриме скажет. Когда ФК Димиториум? Сегодня. No way. Я вчера хотела, не получилось. А какую Димитори? Да, любую. Любую? Ну там 4 старые Димитории открывай. Не 4, 5 минимум. 5 минут. Да. Ой-ой, что за жимочка лютая. Сколько тут BPM? Здесь 56. No way. Ну, раскликивается, парни. Не знаю, мне лично мега впаду у Димитори играть. Я обожаю Димитори, я кайфую, когда играю, я не знаю, как это работает. Почему Котейка так молится на ХД2, хотя он сам там и в 10к не сыграет? Но он хочет посмотреть. Хочет смотреть на страдания других людей? Да. Так, крипы, короче, не подведите, я на вас все свои баллы поставила. No way. А Джошейта, кстати, жиммер, у него 130 тысяч. Скоро. Жестко. А говорит, после вчерашнего не кликается. Да посмотри, какой он нормальный жмёт, эти 250 BPM. Ну неплохо, да. Да, у меня слов нет, одни эмоции. Дайте мне потом мапу эту. Ну, я не знаю, как тебе эту мапу дать, потому что у меня ее нету. Да, у меня тоже. Спасуйтесь, пожалуйста. Хикори, дай мапу. Котейка лучший. А, да? Ну ладно. Не везет.
Так, сейчас у нас роллы будут легендарнейшие. Роллы суши. Так, а сейчас. Это вообще-то моя шутка, вы офигели? У меня работает чат? У меня, походу, в лазере чат не работает, кстати. Да, не работает. Да. Чё, кунг-фу неправильно создали, ну, эту комнату. Не-не, нормально. Нормально. Так, роллы. Розак ролит 40, Джашейд ролик 24. Не везет. Ролик. Получается, Розак — это же синяя команда, да? От крипов, это крипы. Первый пик выбирает. Так, не. Получается, красный первый банят. Бан хэр 3. Нет сейва мапы. Что я, же, кстати, забанят синие? Я даже мапу не знаю. Хоть посмотрю, что вы там накидали. Я, кстати, тоже не знаю. Я большинство карт не видел. Вы что, вообще офигели? Вообще шок. Бабулеры. Так вы все запулили, я только ДТ-2 добавил. Да, кстати, почему-то БО 9, на самом деле Б-13. БО-13. ДТ-2 банец. No way. Ну, я думаю, сейчас команда синих, а флипов еще на вот 5 будет. Боятся хайби бемжимки. Так, как-то оперативненько мне исправить. Раунд эдитор? Да, раунд эдитор. Не, финал не стоит. Ой, бэт-финал. Финалы best of 11? Best of 13. 7 побед. Let's go. А, я не сохранил, походу. Там, возможно, еще нужно будет клиент перезап. Да. NM второй банится от команды Nanospin Remains. На самом деле, бан. Я думаю, они его наоборот возьмут. NM2? Да. Потому что это консистный сезон и нормально играет. Так, не-не-не. У меня все уехало. Пугал вармап. Небольшие технические шоколадки. Я на М5. От скрипов, ну, это логично. И синие пикают, получается. Да, действительно, ХД2 не в бане, нет пути, все верно. Да мне кажется, его просто никто не пикнет. Вполне вероятно. ХД1 пик. Зачем банить то, что никто не возьмет? Логично, логично. Так, ну что? Яс, кстати, выходит на Хиден вместо Норман Зерги. Ну, сонг уже интересный. Только это Акацуки рекорд, естественно, интересный. А кто добавил? Гений какой-то. Сикори добавил.
Да вроде нет, вроде не Хикори. Да вроде Хикори. Ну, вроде нет, вроде Барни. Да, Хикори. Да, Мини. А, это Котейка добавил. Да, Котейка добавил. Котейка красава. Котейка гений. Хорошие, хорошие мапы выбирает. И игрок, и пулер, и хост, и комментатор, и стример. Ну, я бы не сказал, что он прям сильно старался, но пойдет. Барни, Барни. Ответочка просто залетает. Блин, странно на самом деле, что не работает чат в лазере. Неприятно. Неприятно, да. А, я знаю, почему не работает, мне кажется, потому что мы выбрали другой клиент с чаткой настройки. Там сетап нужно зайти. И там первая строка EPS, и нужно выбирать папку вот тест турнира. Чё может? Вот, видишь, EPS не source не выбран, то есть change source играешь. Во, все, let's go. И все должно заработать. Работает. Все, вот так. Ну че? Может, пока матч еще не начался, я там реплей оценим. Ага. А че, зря время теряешь? Все, все, начинаем. Let's go. Let's go, Педро, Педро, всем игрокам, всем командам, let's go. Let's go. Вообще все молодцы. Вообще красавчики все. Еще ноль кнопок нажали, но уже молодцы. Правильно, правильно. Ну как вармапали, старались. Финалы прошли вообще. Ну, можно сразу им по котлете отдать, и все, нормально. Ага, unboarded, не скипает. У меня почему-то 22 тысячи на брейке начальном. Да, у меня тоже. О, все, нормально. Так, ну пока что Nano Spain Remain увереннее начинает, чем крипы. По аккурасе преимущество команды красных. Но вот Джашейд миссает. Неудача. Не везет. Еще прям чейн миссы ловит Джашейд. На ходу от водки не отпустила его. Ой, комбо ресет происходит. Амборд и у Нейляса хорошая курася. Джесшейд и Розак миссают. Ну, пока что крипы впереди у нас. Да, немного комбо больше нахаудили вдвоем игроки. Но Розак опять миссает. Так же, как и Джесшейд, разменивается. Ну, все будет зависеть от... Джесшейд миссанул. Да, Джашейд реально что-то... Ой-ой-ой, это что? Ой, комбо... Ну, анборды-то не ля смиснули. Все миссают на карте, что-то вообще не могут комбо держать. Да. Нервничают. Может быть, нервничают. А может быть, и нет. Ну, Сонг прикольный. Мапка тоже неплохая, но Ильяс мисс. Там ой, Розак хаудит, Розак хаудит. Ну, не везет. Мисснул. Слив 200 комбо. Но пока что никто прям не может вырваться вперед по комбо. Но причем, при всем при этом, у крипов уже 100 тысяч преимущества. Да, половина мапа уже прошло, но... Обогнать реально, если Just Shade не будет так много миссать. Да. Аккурасти 87 у него. Ну, если Unboarded будет ФКшить, и Just Shade поможет. Вот у Unboarded пока что наивысшая комбо в лобби. Прямо сейчас. Может, может камбэкнуть. Нет, там борт все-таки ресетается.
Увы, и поинт уходит в сторону команды крипов. Скорее всего. Не ведет. Ну, разница вообще не огромная, в принципе. Just Shade поднасрал немного. Ну, в конце, можно так сказать, крипы собрались, все-таки их пик. Ну, не сказал бы, что Nanospain и Remain ужасно сыграли. Немного не хватило Just Shade на карте. Да, есть такое. Ну, крипов у Куроси вообще неплохое. 97 и 98, я не вижу. А вообще, в теории, вместо Джошейда должен был Вити выходить, но так как его нету, приходится Джошейду играть. Ну, не повезло, конечно, да. Ой. Ну, даже с учетом этого, не сказал бы, что крипы намного сильнее прям смотрелись. Они сильнее выглядели, но не намного. Я предупреждаю, баллы возвращены не будут. Жестко. Да, крипы забрали свой пик, в принципе. Молодцы. Сейчас посмотрим, что на нас Pain Remain пикнут. Так как котейка вернет, если он не модер у меня? Да, котейка у меня модер. Ща. Блин, у меня что-то сосу клиентом. Так. Да, на Ильяс, кстати, вышел с лобби. На его место, скорее всего, сейчас выйдет кто? Кто там в команде их? Норман Зерга, либо Норман Кобра. Зерга. Да. И Кобру, кстати, NM6. Мы редко видели. NM6, Попча. No way. Но NM6 это жимка? Это гиммик. Нет, это гиммик. А ты знаешь, что такое гиммик? Нет. Ну, верно и правильно. Никто не знает. Просто слово придумали и всем говорят теперь, да, его? Да. Да, гиммик от слова джим. А, все-таки на Ильяс вышел опять играть. На, походу он, не знаю, тренировался. Так. О, наконец-то Кисонг сменился. Let's go. Что вообще думаете насчет шансов команд на эту карту? Мне кажется, будут на равных идти. Да вообще все молодцы. Да все вообще красавчики. Пацаны вообще, ребята. А куда Витя, кстати? Где он? Куда он? А он уехал там куда-то. Let's go, let's go. Let's go. Начинается пик команды на Nanospain Remain. Понятно. Ох.
Ой-ой-ой, комбо ресет у команды Nanospin Remain. На, не уверена. Не уверен, начали на Nanospin Remain свой пик. А вот Нильяс ФКшит вроде, да? Да. Гений. Unboarded мисает. Ну, пока что Nanospin Remain прямо очень плохо отыгрывает свой пик. Ну, как будто они... Как будто они вообще не готовы к этой карте. Да, как будто они перепутали мышмапы, как я вот с Римкой. Или что? Прям плохо идет, же шейд мисает. Да, 300 тысяч уже. Да, скорее всего, внеплановый дудон от амборды. Просто не по плану пошло. Не по сценарию, ну да, может быть. С карты-то... Не заучить ее. Тут как бы, если надудонил, то все. Не пошло, не поехал. Ну, шансы все еще есть, наверное. Ну, меньше половины карты осталось. В принципе, если игроки соберутся, то... Ну, если ФКшить будут. Не, комбо-ресет у Nanospin Remain. И... Похоже, что крипы забирают второе очко в свою копилку. Я сейчас наблюдал, как Розак просто вместо наноты навелся на что-то другое. Просто в другую сторону отвел курсор. Мне кажется, Амбордит очень недоволен своей игрой. Мне тоже так кажется. Я думаю, это прям 100% не по сценарию пошло, все вот эти мисы. Плюс тит. Но матч играть надо. Да. Шансы на камбэк всегда есть, поэтому не стоит тут унывать. Вот, очень легко загнаться, когда вот так свой пик отдаешь. Правда, правда. Вроде пикаешь ты, а выглядит как будто не ты пикнул карту, как будто тебя законтрили. ХД2, let's go. No way. Котейка прыгает от счастья. Где-то в стороночке. Когда пикают Hidden 2, где-то радуется один котейка, да? Да. Вообще не ожидал, конечно, я вот такого исхода. Ну, на самом деле ожидаемо, потому что они... выиграли Hidden, они забрали Low Air на одном моде шестом, и логично было бы пикнуть Hidden второй. Ну, вообще, в принципе, логично. Не идет у этих, у красных, что-то с низким Air. Да, что-то... Да, Витя, нет, просто... Витя бы пришел бы, просто закрыл бы в соло этот матч и все. Ну, я говорю, я думаю, амбордит просто что-то... Нет, не в форме сегодня. Может быть, он расстроен из-за Вити, то, что его нет. У него просто руки. Почему нельзя ставить комментатором? Чего? Мне можно ставить? Все, я хочу баллы зафармить. Или нам не баллы? А, можно. А чего, а чем комментаторы отличаются от обычных зрителей? У нас что, там какая-то задержка, типа? Опа. Клип как Розак мисриднул.
Так, Нокси, не мошни. Ну, типа, понятно, что комментаторы должны придерживаться нейтральной стороны, но почему бы, типа... Ну, я лично на нейтральной стороне просто хотела баллы зафармить. Если бы я их слила, я же не знаю, ну, кто... Мы же никак не можем повлиять на результаты матча самого, поэтому... No. Тем более, мы не судьи, мы не рефери. Тихо, блин. Кринжуля. Да, грустно, конечно, что мы первый матч не смогли отстримить, там жесткие 7-0 были, Миша соло. Ну, надеемся, этот матч будет поинтереснее, не 7-0. Да. Вот за что мы? Вот мы за плотную, жесткую зарубу. Вот за это мы. Да. Блин, вот это вообще нормальная паста такая. Let's go. Как вы там говорите? Педро, Педро? Педро, Педро. Ой, амбордед насоткал. А тут все насоткали. Все молодцы, короче. Ой, наноспейн ремейн. What the fuck? Что? Как так? Походу, законтрили наноспейн ремейнов. Этим пиком. Забанили скорость и берут в ЛР. Ну ничего, еще есть шансы отыграться. Есть хардроки, есть примоды. ДТшки там, не ДТшки. Да-да-да. Вот, сейчас шейд на миссл. Ну, Розак фкашит. С хорошим аккуратом нормально идет. Да, сразу видно, что... Команда крипов подготовилась к этой карте. Уверенно ее играют. Но и в то же время Unboarded тоже показывает неплохой уровень игры. Низкого эра. Судя по началу, он не особо траил карту. Да. Но сейчас... Ой-ой-ой. Ну он просто на опыте ее играет. Ну вот. Надо было бы потренить. Котейка, как-нибудь разберемся, не переживай. Вот почему-то у меня такое ощущение, что вот Розак, вот и амборды, да, вот у них похожий уровень скилла на вот таких картах, но вот Розак потренил карту, а вот амборд просто сидит на опыте играет, вот просто на скилле свои читки. 8 аэркидания, и вот у него она хуже идет, тупо потому что не запомнил. Возможно. Профессиональный зевок от Хикори. Ну, Розак, что он делает? Он фкашит. Сейчас просто весь чат повторил за мной. Ой-ой-ой, Розак просто шейкает его, как бешеного, нет? Я сейчас вроде успокоился. Розак реально шейкает. Ну, ой, миссает, все-таки. No way. Обидный мисс. Ну, в начале брейка у него какие-то шейки были, а потом он вроде подуспокоился, но все равно миссал. Да, это вроде СБ было. Let's go, S-ранг от Розака. Еще одно СБ. Ну, преимущество у крипов уже огромное. Ну, конечно, да, за счет доминирования Розака на этой карте. Да, мне кажется, Розак сам удивился, потому что его шейкать начало. Да.
Ну ничего, сейчас я думаю, от Nanus Pain Remain залетает какой-нибудь хардрок с ДТ и просто уничтожает крипов. Подождите, ой, у меня... Да. По-моему, мапка выглядит полегче, чем прошлые Hidden 2. Ну, не сказал бы. Тут можно много где надо донить. Это просто смотришь, как ее Розак играет, и кажется, да, да, да. Потому что ему удобно, он так удобно все аимит, а на самом деле там неприятный. Неприятный его будет. Все-таки я ван мисснул Розак. Не везет. Для приличия. Просто. Ну, 98 аки на хидене втором, это очень сильно. Даже 98,3. Вот он. Хэр один. Андрок один, про что я и говорил. Let's go. Покемоне, а я тогда... А я не выходил с ДС-а тогда, утром? Я не помню просто. Ай, ну значит я заснул. Доброе утро. Сейтрит от анборда, да? Новый. Блин, жалко, я не слышал, как ты с Фео говорит, Дейс. Не везет. Ой. Это все ваш проклятый сон. Спать зло. Чё, комментаторы раздевались. Ну, шеф-симулятор имба. Nanus Pain Remain, покажите уже игру жестко. Nanus Pain Remain, вы тут? Дайте знак. Проснитесь. Давайте разбудим команду Nanus Pain Remain. Чат, помогите им. Миса на борду, да? Ой-ой-ой, анбордед. Да, все точно, очень плохо. Точно дудонит. Ну и в принципе, команда Nanus Pain Remain показывает, ну, не свой уровень игры, я скажу. Как будто кто-то навел на них порчу. Да. Ну, видимо, сегодня не день. Не день выхода в гранд-финала? Да. Не повезло, не повезло. Получается, надо переиграть завтра. А то так нечестно. Ой, Эмборд, ну как? Ну, видно сразу, что человек, по-моему, вообще ни разу эту мапу не играл. Но он, да, наверное, да, скачал ее прям в облаке. Не, на самом деле Unboarded не умеет играть Hard Rock. Он low air читатель, то есть он играет 9.5 и ниже. Ну, из-за того, что остальная команда на Nanus Pain Remain не может играть, Unboarded приходится играть Hard Rock. Вити не хватает очень сильно, очень сильно не хватает Вити. Но он бы сейчас тоже на Hard Rock бы вышел бы и показал бы, как играть. Вот, Витек, надо потому что играть. Заходи в ближайший компьютерный клуб там, и садись в Осло. Ой, 600 комбо от Розака БТВ. Да, Розак хороший перформанс показывает. Только мы сказали, он на брейкал сразу. Ну его что-то опять начинает трясти жестко.
Так, ну все-таки половина карта есть, и пока что Nano Spain Remain ходит хорошая комбо, оба игрока причем. Кстати говоря, а тут вот... Если ФКшнут, то могут камбэкнуть. Нет, Джашейд миссает. Зачем? Ну все, ложится на плечи анборда, да? Вот ему бакуриси подтянуть. No way, на бёрсике слил комбо, не везет. Ну, там соло, в принципе, мне кажется, с такого куриси все равно нереально было бы затащить. Ну да, 84 мало. Вот Джашейд бы, да. Могли бы забрать бы поинт. Я думаю, забрали бы, да. Там как раз да, разница вообще минимальная в очках. Ну не то, что минимальная, но шансы были. Были, да. Сейчас-то уже понятно, что не допушат, но была возможность забрать. Тейк Розака вот помогает. И вот если бы анбордед пробил тот бёрстик, кстати, шейк Розака все еще трясет. Может быть, как-то красный воспользуется этим. Как же его просто шейкает, это смешно, конечно. Витя, тебе надо брать пример с другого Витя, более опытного, и тоже на мышке играть. Траты кончаются. Ничего, мы решим эту проблему. У нас сейчас пик команды крипов, да? По-моему. Да? Не, пик этих. Крипов. А, да, крипов, да. NM4. Техно решили поиграть. Вот эти пикают. Вот эти? Ну, вон те, вот да. Эти? Те самые? Ну, я пальцем показываю, что не понятно? Да, понятно всё. Прям в экран его. Вижу, бро. Когда следующий турик, Хикори? На следующей неделе. Не знаю, когда следующий турик. Ребят, надо доиграть сначала этот. Да. Следующий турнир будет на $1 000 000. Готовьтесь. Вот как соберем $1 000 000, так сразу. Да. А нет, следующий турик будет с призовым 50 тысяч. Долларов. No way, я бы сама поиграла. Все, я тоже записываю. Но буду помогать. Да, вход будет только платный. Хотя бы 100 рублей. О, ребята, ссылка на донат в описании. Донатьте $1 000 000. $1 000 000 донатьте. Не верьте ему, там не та ссылка. В смысле не та? Ну я, конечно, процентик возьму. До 90%. 900 тысяч долларов заберу. Ну. 100 тысяч вот Хикори. Хикори. Что? Покемоне спрашивает, ДС позовете потом? Вряд ли, мы мапул, наверное, делать пойдем. А что, покемоне помешает нам мапул делать? Я люблю комментаторов, правда, хз. Я хз, о чем они говорят. Анекс турнире на $1 000 000. У меня экранчик подзавис. Так, ну очередной пик крипов.
Что-то не часто пикают карты вообще. Да, оборзели. Надо что-то с этим делать. Как-то нужно было проследить вот этот момент. Ну, удачи, покемоне. Больше пикать не будем. Больше пикать не будем. Ну и Розак опять показывает уровень. Профессиональный и уровень игры. Интересные слайдеры все-таки на карте. Да. Ну Розак их пробивает, не дропает. Ну амборды тоже комбо на них набрал. Хоть чуть-чуть, но набрал. Ну им остается лишь надеяться на стабильную игру и на мисс от Розак. Вот сейчас уже 500 комбо, Розак, наверное, сейчас опять шейк. Миснет. Он СБшнул просто ни на чем. СБшнул? Да, фантомной ночи просто. Ну, вроде не навелся. Ну и вот шанс для Nanosphere Main. Нет, это не ласт. У нас просто немного сломался. Ай-яй-яй. Лазер. Ну, Джашейд дропнул комбо, но энборд это хаудит. Четверть карты остается. Ну и крипы не хотят так просто отдавать камбэк. Анбордед миссает, все. Шансы на камбэк улетучились моментально. Ну и карта вот закончилась, по сути. Ну да. Да и Розак после своего СБ нахаудил тоже хорошую комбо вместе с Нейлиасом. Он слишком рано миснул, и его не шейкало из-за этого, потому что у него комбо было 500, там не 600. К сожалению, тут, по-моему, без шансов. Неужели это очередной 5-0 финалы? Напоминаю, это финалы. Может, это какое-то проклятие? Может быть. Так, я забираю очки у крипов. Да, отдавай их к Nanosphere Remains. О, Nanosphere Remains выиграли. Стараюсь. А когда скольки должен матч, типа, было 13, до это... До 7 побед. До 7 побед. 7, 5 сыграли, значит, еще 2 поинта нужно. Все. Да. Так надо было забрать... у крипов и дать на нас Pain Remain. Они бы обрадовались, начали бы камбэкать, и потом бы назад забрали. И был бы камбэк. Да. Вот ты вор, реально забрал 2 квадратика. FM2. Let's go. Ну вот, не знаю даже как там. Это офигенная карта, просто нереальный бэнген. Ну офигенная карта, но уже какие-то сомнения насчет перформанса на Spain Remain возникают после увиденного. Пикать запретили, поинты забрали. Беспредел, беспредел. Да вообще побеждает команда красных. Да. Расходимся, расходимся, гранд-финалов не будет. Nanosphere Remain выиграли. Ну ты это вот, Ерга, пни их пару раз, чтобы они там немного раздуплились. Ну только так, аккуратненько, профилактично.
что можно там. Ну да, главное, чтобы руки себе не отбили, а остальное ничего страшного. А, enemy. А, я думал, ты с ними в команде. Тогда не надо их пинать. Ты дальше так играет. Ну реально, пусть дальше так играет. А если... я думаю, чё он смеется? Тут, да, плакать надо было. Так, FM2. Джашейд решил с хардроком, анбордит на моде. А Розак взял с Хиден. И Розак миссает. Ну вот, вот он. Вот он вроде шанс для Nanospain Remain. Я немножечко шалю. Да, у меня просто лагает все. No way. Красный пока что, жестко пока что, карт. Кстати, смотрите. Ой-ой-ой. Зачем я это сказал? Я только... Я вот когда это начал говорить, начал вспоминать про проклятие комментаторов. Ну, кажется, да. Джашейд немного подвел, но возвращается потихонечку. Ну, там и Розак уже начинает подкамбэкивать. Да. Как будто и не миссил практически. Ну, пока что команду Nanospain Remain спасает только ФК от анборда, да? Вот, а куроси бы подтянуть. Анбордед миссает! Анбордед миссает, не прочитал. Ой, это фатальная ошибка. Еще от турна тройки миссает. А Розак уже 400 комбо нахаудил вместе с Нильясом, который 300 нахаудил. Это уверенный перформанс. Как же онборда до игра не идет. А онборда вместе с Джашейдом пил, что ли? Я думаю, они вчера выпили, сегодня еще похмелились и пошли играть. Нет, по пиву. Ну уже конец мапы, разрыв огромный. Да, шансов нету. Для крипов. И матчпоинт себе забирают. Это гранд финал поинтс, гранд финал поинтс. Ну, еще не забирают, да, ну, как бы, тут уже шансов на камбэк нет. Ну, 300к это в отрыве от всего, а вот когда против тебя набирает 700к, это уже не так уж хорошо. Ну, тут, видишь, опять же, все относительно. Мне кажется, относительно того, что онбордит может... как он типа играл, я думаю, все равно это маловато. Причем миссы были такие вот неприятные. Анлуки. Да, я половину не увидела, у меня, блин, осу клиент нахер шлет. А ты компьютер ногой долбани и нормально будет. Ага. Нет, ничего такого не делаю. Ну поэтому тебя и лагает. Блин, действительно. Так, походу, Джашейд решил на серьезных щах завтрашний турнир сыграть какой-то. Не будет пить. Я думаю, команде Норман Зерги нужно агента найти, чтобы он споил Джашейда. Нужно просто проставиться, короче, и все. Да. ХД-3. Опять хиден. Ну, кстати, мы все ХД увидели. Да. В этом матче. Респект таким ребятам. Да. Бенгер. Бенгер, так называемый. Бенгер.
обсуждаю онборды, да. Реально, кстати. Я даже не увидел, что он написал. Ну и... Ну, не надо. Так, ну, возможно, последняя карта в этом противостоянии. Ну, это началось все с полтинника от онборда, да? Ничего, да, ничего, ничего. Рабочий полтинник. Так, зафризило у меня. Нормально. У меня тоже. А у меня вообще не загрузилось. Кайф. А, да? Да. Нажми паник. Да я уже раз 20 нажал. Unboarded is bashed на соус. На соус слайдере, как? Вот в тот раз так же было, когда я говорила, что человек, похоже, вообще не играл в мапу ни разу. Так он просто, не знаю, напился, походу, там. Тут даже это не объясняется тем, что он не играл. Ой, очень хороший перформанс с ней Ильяс показывает. 400 комбо халдит. Ну, правда, курости немного плоховастенькая, 93, но... Слайдеры не доводят. Ой, не Ильяс и Резак миссают. Онборда 300 комбо нахалдил тем временем. Решает миссает, Ильяс тоже миссает. Ну, кстати, comebackable мапа. Не... Надо быть очень аккуратным. Unboarded миссает. Да, не смог вывести свою команду вперед. Ну да. Конец карты. А комбо ресет. Ну тут нужно увидеть год мод от Nana Spain Remain от обоих игроков, чтобы камбэк произошел. Но мы этого не увидим, Unboarded миссает. И финишная прямая. Тут уже ничего не решается на самом деле. Да, это правда. Да и даже начало не идет вообще. Ой, фу, что я сказал? Конец начала. Вот. Вот у меня тоже что-то сегодня плывет. ГГ. ГГ, 7-0 очередные в финалах, ну, такого как бы... Поздравляем команду крипов с победой. Но все равно все молодцы, красавчики. Пацаны вообще, ребята, да. Поздравляем команду крипов с проходом в гранд-финалы. Красавчики. Молодцы. Да. А Nana Spain Remain, прошу не расстраиваться, потому что вы тоже красавцы, так-то. Дошли до финалов, поэтому молодцы. Немного, ну, не хватило. Немного не повезло, что не весь состав был в сборе на сегодняшнем матче, поэтому и уступили карты. Да, правда, не хватило Вити очень сильно на некоторых картах, которые он мог закерить, сыграть серьезнее, лучше, чем Just Shade. Ну, Just Shade еще был с Будуна, поэтому как бы такое. Так, из-за того, что я отматывал очки, у меня не работает вкладка Win. А, вот работает, все, let's go. Отмотал, намотал очки обратно. Так, баллы. Прогнозик завершить. Сейчас завершим все. Я, кстати, поставил все баллы на Nana Spain Remains и... Как это сказать? Про... Ага, вы не можете управлять этим прогнозом. Я завершу. Канала, чтобы сделать прогноз. Произошла ошибка, пробуйте снова. Вы вот так вот. Твич лагает. На приколе. Слушай, а как ты вообще поставил баллы, если ты прогноз делал? Все, я завершил прогноз. Юху, 4000 баллов. Юху. Все баллы проиграл. Домани это вообще такое. Ребят.
Так, ну все, как бы у нас крипы проходят дальше по сетке. Следующий финал, он будет завтра, скорее всего, либо завтра, либо послезавтра. Это все зависит от ребят, как они согласуют время, то есть как они нашедулят. Будут играть против... так, против Мижа они будут играть. А вот эти когда играют? Команда 1? Команда 1 и Кумысы играют завтра. Верхняя сетка за выход в гранд-финал. Гранд-финал в верхней сетке. Let's go. Нет, завтра финал в верхней сетке. Не, ну за гранд-финал. За выход, да, в гранд-финал. Будет проводиться завтра в 5 часов. Вот, БСК. Вот. Ну и всем спасибо, в принципе. Все. Стрим будет по этой игре, не знаю, на каком канале, либо у меня, либо у Арелочки. Вот завтра будет уже видно непосредственно перед. Да. Ну, следите за анонсами. И все. Ну, всем пока, получается. Всем пока. Спасибо за просмотр. Спасибо игрокам. Бэ-бэ.